ברוכים הבאים, אני איתן שישקוף, שלום, וזה סשה קובנטור. Добро пожаловать, это איתן שישקוף и אלכסנדר קובנטור. והתחלנו לדבר על החגים של העונה הזאת של סתיו. И мы начали говорить об праздниках этого сезона осени. אמרנו שהחגים בתורה הם חגי הלב. Мы сказали, что библейские праздники – это праздники сердечные. והכי חשוב לגשת לחגים בכוונת הלב. И очень важно праздновать эти праздники с правильным намерением сердца. פעם האחרונה דיברנו על יום תרועה, ראש השנה, שבו אנחנו חוזרים לאלוהים. В прошлый раз мы говорили о Дне Труб, новогодний праздник, что мы возвращаемся, обращаемся к Богу. אם אנחנו לוקחים את החגים האלה ביחד, если мы берем все эти праздники вместе, שסביר להניח שזאת הייתה הכוונה של אלוהים, и можно предположить, что в этом было намерение Бога, יש יום תרועה, есть день трубного звука, ובעוד כמה ימים יש יום כיפור, и через несколько дней есть день искупления, ומזמן אחרי זה יש סוכות. И в скорости после этого начинается праздник Суккот. אפשר לחשוב על יום תרועה כהתחלת ההתכוננות. И можно сказать о Дне Трубного Звука как начало, подготовка. כדי לחזור לאלוהים מכל הלב. Чтобы обратиться к Богу со всего сердца. ולהיכנס לנוכחותו. И войти в Его присутствие. שזאת בדיוק המשמעות של יום כיפור. Что в этом смысл праздника Дня Искупления? כי אנחנו רואים ביום כיפור שכהן הגדול הוא נכנס לקדוש הקדושים. Потому что мы видим, что в этот день, День Искупления, первосвященник входит в Святое Святых. כמובן, הוא לא היה יכול להיכנס בלי דם. Ну и ясное дело, он не мог туда войти без крови. הדם של הקורבנות. Крови жертвенных животных. אז אנחנו רוצים להתחיל בזה. И мы хотим начать с этого. כי זה הנושא שאנחנו מקבלים מהתורה. Потому что это тема, которую мы получаем из Торы. אבל אני מקווה שאנחנו גם יכולים לראות את הקשר החזק עם ברית החדשה. И я надеюсь, что вы увидите эту очень сильнейшую связь с Новым Заветом. כמובן, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילכם בכמה דקות? Ну, ясное дело, что мы можем сделать за несколько минут? אלה לתת רמזים. Но дать намеки. לפתוח את הנושא. Раскрыть тему. אז אנחנו רוצים לעודד אתכם ולהזמין אתכם להיכנס יותר אחרי מה שאתם תקשיבו מאיתנו. И мы хотим, чтобы вы углубились, изучили эту тему после того, как узнаете что-то от нас. А Саша, בוא נקרא מספר ויקרא י"ז פסוק 11. Давайте прочитаем из книги Левит, 17 глава, 11 стих. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. כי הדם הוא בנפש יכפר. Ибо жизнь живого существа в его крови. Я назначил вам приносить кровь на жертвенник, чтобы вы совершали свое искупление. Эта кровь – жизнь. Она приносит искупление. אני רואה בפסוק הזה סיכום מאוד חשוב. Я в этом стихе вижу очень сильное обобщение. לפני שבאתי לאמונה באלוהים וישוע, до того, как я пришел к вере в Иешуа, רציתי להיות טהור. Я хотел быть чистым. אני ברחתי מהעיר והלכתי להרים רחוק רחוק. Мы покинули город и пошли в горы очень далеко от всякой цивилизации. אכלתי אוכל מאוד פשוט. Я кушал очень простую еду. כמעט ולא השתמשתי בכסף. Почти не пользовался деньгами. אני לא... לא קניתי בגדים חדשים. Я не покупал новую одежду. תיקנתי עצמי את הבגדים. И я сам ее занимал, ремонтировал. גידלתי ירקות בשדה. Выращивал овощи в огороде. בניתי את הבתים שלי עם הידיים שלי. Построил свой дом своими руками. וחיפשתי חיים פשוטים וטהורים. Искал простую и чистую жизнь. אבל הייתה בעיה גדולה. Но была большая проблема. עדיין
מצאתי בתוך ליבי ומחשבותיי משהו לא טהור. Я находил в своем сердце, в своих мыслях что-то нечистое. אז מבחוץ לא הייתי יכול לטהר את עצמי. Извне я не мог очистить себя. אז כשגיליתי את הישועה של ישוע, и тогда, когда я открыл для себя спасение Иешуа, בעצם אלוהים נתן לי חוויה, חזון, שראיתי את ישועה על הצלב, Бог дал мне видение, в котором я увидел Иешуа на кресте. Что ло рациתי מי ישועה על הצלב? Я не хотел кого-то на кресте. Ло חשבתי שזה בשביל אינטלקטואל יהודי. Я не думал, что это для такого интеллектуального еврея. אבל תפסתי משהו. Но я сделал какой-то вывод. שהוא הניח את חייו עבורי, что он предложил мне свою жизнь, ושהוא היה טהור, и он был чистый, בלי חטא, без греха. אז כשבאתי לפסוק הזה בתורה, и когда я пришел к вот этому стиху в Торе, הבנתי את הפסוק הזה דרך ברית החדשה. Я понял этот стих через Новый Завет. שבלי קורבן דם אני לא יכול למצוא כפרה. Что без жертвы, кровавой жертвы, я не могу найти искупление. זה הנושא של יום כיפור. Это и есть тема Дня Искупления. Ахувим, אני יכול להתפלל 24 שעות בלי הפסקה. Любимый, я могу молиться 24 часа в сутки без перерыва. אני יכול לעשות סיבוב על כל העולם ולעשות 70 שנה של מעשים טובים. Я могу обойти весь мир и сделать 70 лет хороших дел. אבל כתוב פה שמה שמחפר על חטאיי ועל נפשי זה קורבן דם. Но здесь написано, то, что очищает меня, это кровавая жертва. Кулам йодим, что эйн бета мигдаш акша в Иерусалим. И все знают, что сейчас нету храма в Иерусалиме. Аз кафи хадришот шел хатора шелану, эх лимцо капара. Так как, согласно нашей Торе, найти искупление грехов? О, анахну хайвим лизрок эта сейфер азе. Или что, выбросить всю эту книгу? Нагид, что эйн ядут кафи от Танах, от Тора. И сказать, нету иудаизма согласно Торе. Эйн тиква лагешет ле Элохим. Нет надежды приблизиться к Богу. О, что Элохим милей эта дришот шело бедерх ахерет. Или Бог выполнил это условие каким-то другим способом. Шулай батид אנחנו נדבר על עובדה שישוע הוא פשוט המשיח כפי כתבי הקודש. Может быть, что Иешуа просто является мессией согласно священных писаний. כרגע אנחנו רוצים להתרכז על סליחת חטאינו. Сейчас же мы просто сконцентрируемся на прощении наших грехов. Насколько это важная часть Божьего плана. Давайте прочитаем еще одно место у пророка. Бесефер Миха. В книге пророка Михея. Перек Зайн в Псуким 18-19. Седьмая глава. 18-19 стихи. Мы эл камоха, но се авон ве овер ал пеша. Лешарит нахалато, ло эхзик лаад апо, ки хафец хесед у. Яшув ерахамену, яхбош авнотену, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. Михея 7:18-19. Какой Бог тебе подобен? Кто еще так прощает вину и не вспоминает проступок остатку своего достояния? Гневается не вечно, потому что любит милость. И нас помилует снова, нашу вину загладит. Так забрось все грехи их в морскую пучину. И в сущности, в день Нового года есть традиция на основании этого стиха, который мне нравится, когда мы берем камни,
И мы бросаем эти камни в воду. Если у Саши мамаш етарон бзе. И у меня и у Саши есть в этом преимущество. Саша мистакел ал яма тихон ме абайт шело. Саша смотрит на Средиземное море со своего дома. Я хола агия бечик, мамаш зман кацар. И я могу очень быстро туда же добраться, до берега моря. Ани охев лакахат эт аваним. ולזרוק אותם לתוך הים. И мне нравится брать камни в руку и запускать их прямо в море. Они мяцгот это хатаим шли. Камни, которые показывают, символизируют наши грехи. ואלוואי שזה יהיה כל כך חשוב להשתחרר מהחטאים שלי. Если бы так было важно и просто избавиться от наших грехов. מי אל כמוך? Но кто Бог такой, как ты? Бедюк Маша Катувпо. То, что здесь написано. Зот акавана ве ахешек шел Элохим. И это Божье намерение, Божье желание. Лехоци ме итану ве лахафрид отану ме мехатаэну. Извлечь из нас грехи и вытащить, отделить нас от грехов. Убемет нотен лану дерех. И он дает нам способ. Кодем кол лихит вадот ал хатаэну. Прежде всего исповедовать свои грехи. Вебесиду шелану бе тфилот шел Йом Кипур. И в нашем сидуре молитвеннике у Анахну мит палалим новогодним бе зман месуям ашамну багадну газалну дибауну дофи. В один определенный день мы говорим, мы грешили, предавали, грабили, клеветали, кривили душой. И есть молитва, которая называется Алхет. Шематхил каха. За грех. Увехен яхи рацон милфанеха Адонай Элоэйну ваэлоэй Авотейну, шетислах лану ал кол хатаэйну, ותמחול лану ал кол авнотейну. ותחפר לנו על כל פשענו. Она начинается так. Итак, да будет благоволение от Тебя, Господи Боже наш, Боже отцов наших, чтобы Ты простил нас за все наши грехи и извинил нас за все наши провины и искупил нас за все наши преступления. Вזה מתוך הסידור של יום כיפור. И это из молитвенника. שהתפילה ממשיכה על המון חטאים. И молитва продолжается от разных-разных сортов грехов. Это процесс исповедания грехов. И множество грехов моих исходят из уст, и они относятся с Но мне нравится то, что написано в притчах. «Мехасей пшаав ло яцлиях». ומודה, אבל מודה ועוזב ירוחם. Притча 28:13. Скрываешь свой грех, добра не жди. Признаешь его и отвергаешь, помилован будешь. Лама нахну баим лифаней Элохим ביום כיפור ונחנו מתוודים על חטאינו. Почему мы в день искупления приходим перед Богом и исповедуем свои грехи? Бецем אני צריך לעשות את זה כל יום, לא רק ביום כיפור. В сущности я должен это делать каждый день, не только в день искупления. אבל כפי הרבה דברים בתורה שלנו. Но как и многие вещи в нашей Торе. החג מדגיש ועוזר לי להבין משהו היטב. Праздник подчеркивает и акцентирует что-то очень сильно. ולא במקרה אנחנו קוראים על אותו דבר בברית החדשה. И не случайно мы находим что-то очень похожее в Новом Завете. כי בעצם זה ספר אחד, לא שתיים. Потому что это одна книга, а не две. אנחנו קוראים מראשונה על ידי יוחנן, התלמיד של ישוע. Первым Иоанна мы читаем. מפרק א', פסוק 7. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. אבל אם נתהלך באור כמו שהוא באור, כי אז התחברנו זה עם זה, בדם ישוע המשיח בנו, מטהר אותנו מכל חטא. Но если живем мы в свете, как и сам он в свете, значит мы сопричастны друг другу, и кровь сына его ישוע очищает нас от любого греха. אם נאמר שאין בנו חטא, מטעים אנו,
את עצמנו והאמת איננו בנו. Если скажем, что мы безгрешны, значит мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас. Им, אבל אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על כל חטאינו ולטהר אותנו מכל עוולה. Но если признаем наши грехи, он справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Это זה אני אוהב. Это мне нравится. חשוב לי. Мне очень важно. Я צריך את זה לא רק ביום כיפור, אלא כל יום. И мне это нужно не только в день искупления, но каждый день. ואם אתם רוצים להבין את זה היטב, אני ממליץ ללכת לספר שנקרא אל העברים. И если вы хотите понять это глубже, тогда я вам рекомендую углубиться в книгу «Послание к евреям». שכתוב פה שכמו כהן הגדול, שזה ישוע, הוא נכנס פעם אחת, וזהו, כדי להביא את הדם שלו. Здесь написано, что Иешуа один раз вошел в святое святых, чтобы отдать свою кровь. על אחת וכמה, זה בהשוואה לכל הקורבנות בתורה, פסוק 14, פרק 9. על אחת וכמה דמו של המשיח, אשר הקריב עצמו לאלוהים ברוח עולמים, ובלא מום יטהר את מצפוננו ממעשי מוות, כדי שנעבוד את אלוהים חיים. 11 ו... רק 14. Евреям 9 глава 14 стих. То насколько больше сил имеет кровь Мессии, который с помощью вечного духа принес себя Богу в непорочную жертву. Яфе. Ха... אהבה של אלוהים לנו זה באמת, איך אני יכול להסביר? הנה ההבעה של אהבתו לנו הכי גדולה. Как я могу выразить Божью любовь по отношению к нам? אז ביום כיפור, כשאנחנו מתפללים ומתוודים, Когда мы в день искупления исповедуемся, חשוב לזכור שישוע הוא הקורבן הדם הסופי. Важно вспомнить, что Иешуа является конечной, лучшей жертвой. דרכו לנו להיכנס לקודש הקדושים. Через него у нас есть возможность войти в святое святых. הוא קרא את הווילון בינינו לבין הנוכחות של אלוהים. Он разорвал завесу, которая стояла между нами и Божьим присутствием. אז אני מתפלל שאלוהים ידבר אליכם על המשמעות של יום כיפור. Поэтому я молюсь, чтобы Бог сказал к вам о смысле искупления. ודרך ההקרבה של ישוע אתם יכולים להתקרב לאלוהים. И через жертвоприношение Иешуа вы можете приблизиться к Богу. בעברית אנחנו שומעים את זה שקורבן מביא אותנו קרוב. На иврите это однокоренные слова. Жертва приводит нас ближе. Курбан, коров. תודה רבה. Большое спасибо.